Сколько нелегальных мигрантов удалось выявить в Самарской области в 2024 году? Выявлено как раз около 2000 именно зарегистрированных материалов касаемо фактов фиктивной постановки на миграционный учет. Какова ответственность за подобное нарушение? За 6 месяцев этого года сотрудниками полиции главного управления в целом по области возбуждено уже более 3500 уголовных дел именно по факту фиктивной постановки на миграционный учет. По каким причинам может быть аннулирован патент на осуществление трудовой деятельности иностранного гражданина в Российской Федерации? Мы выявляем, что этот гражданин заявил при получении патента, указал в своем заявлении такой адрес пребывания фиктивный, мы вынуждены аннулировать ему патент. О соблюдении миграционного законодательства в 63-м регионе рассказывает начальник управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Самарской области Денис Сафаров. Смотрите программу «Город С» 16 августа в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».